Проблемы обсудили на совещании, которое прошло под руководством главы города. Анатолий Пахомов собрал более 40 руководителей автотранспортных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, и предупредил о недопустимости нарушений правил парковки. Теперь водители, которые подолгу простаивают на остановках, будут лишаться права перевозить пассажиров. Могут остаться без лицензии и транспортные компании. График должен поминутно быть. Поминутно. Это не... У нас нет маршрутных такси. У нас есть... Общественный транспорт, то есть автобусы. Это первое. Второе. Если у нас чересчур много этого маршрутного транспорта, сокращайте его. У нас почему на остановку заходит по 5 автобусов единовременно? Уменьшится в Сочи количество такси, которые также паркуются на автобусных остановках, устраивая заторы и мешая нормальной работе автобусов. Мониторинг показал, курорту требуется около 1500 таксомоторов. Между тем, после Олимпиады их осталось в городе в 4 раза больше. Планируется, что в Сочи останутся только местные компании, а иногородние предприятия с этого рынка уйдут.